Всем приветик! Сегодня у нас день Хэллоуина, 31 октября. Будем его немножко отмечать, пофотографируемся для Инстаграма. Тут у нас Мия. Видео у нас будет только с Мией и Авророй, потому что мы в деревню, мы поехали только с ними. У нас есть кое-какие атрибуты для фоток и еще всякие разные, которые сейчас в другой комнате. И, кстати, все это из фикс-прайса. Мы сидим и играем. Смотрите, какая у нас тут гирлянда на Хэллоуин с паучками. Классные. Мия сидит, играет с этой бутылочкой и одновременно пьет из нее, хотя эта бутылочка... Это что было? Мия, кажется, ничего не поняла, но я отчетливо слышала, как кто-то постучал в дверь. Сейчас мы посмотрим. Тут никого не должно быть. Я вообще не знаю, что делать. Мы дома одни. Ну, как бы не во всем доме одни, а именно на этом этаже. Внизу все спят. Кроме нас на этом этаже никого нет. Я не могу ходить и будить. И вообще мне страшно даже выходить теперь из комнаты. Тем более с Мией. Там еще Аврора у нас спит. Вот у нас спит Аврора. Вроде все нормально. Ну, моих испугов и стуков она ничего не услышала. Но она и, в принципе, вообще почти не замечает такие шумы и крепко спит. Я думаю, нам нужно будет сейчас выйти опять в зал, проверить, все ли там нормально. Ну, как-то, не знаю, может быть, уже ничего нету, может, нам просто показалось. Но на видео это все записалось, и мне кажется, это было, ну, нам не показалось. В общем, мы пошли проверять там... Так. А, сейчас яркость прибавлю. Тут вообще тут никого нет, как бы. Я слышу пока что и звук. Вот, посмотрите, просто. Тут никого нет. Тут моя тень. И вот здесь была тень, будто бы кто-то прошел. Звук я слышу только телевизор. Вот в нашей соседней комнате, где мы сидели, телек смотрели недавно, и все. Вот этих стуков ничего уже тут нет. Мы пошли обратно к нам в комнату. Боже, это что? Это что? До сих пор не могу успокоиться. После того, как мы зашли в комнату и увидели там эту игрушку. Это какой-то ужас. У нас в доме происходит что-то непонятное. Я думаю, что к хорошему это не приведет. Сейчас мы пришли в комнату на первом этаже. Я не знаю уже просто, куда идти, потому что везде что-то происходит. На втором этаже, где мы изначально сидели, уже просто страшно находиться. А там у нас спит маленькая Аврора. Мне кажется, что в нашем доме поселились какие-то духи. Духи питаются нашими страхами, и если мы так и будем бояться их, то они продолжат творить этот ужас в нашем доме. А нам такого не надо, и поэтому мы сейчас просто пойдем наверх к нашей Авроре, потому что оставлять ее одну там нельзя. Но сначала я быстренько налью Мии водичку, потому что она уже всю свою выпила из поильника, а сейчас она опять просит у меня воду. Так, надо сходить. Мия, оставайся здесь, ничего не трогай. Никуда не уходи, просто сиди. Я сейчас быстренько схожу, налью тебе водичку и приду. Мия пропала, я не знаю, куда она делась. Она сидела вот здесь на полу, а сейчас ее здесь нету. Это записка